Май... Мы опять совпадаем, Майя, я забыла, ты какого цвета. Ах, друзья, товарищи, не хотите знать, что сегодня было? Ничего особенного, но с утра белка смотрит на меня, как я кручусь в колесе, и удивляется, даже в ладоши хлопает. Но вовремя успели. Если смотрели или не смотрели, уже не важно. Ждем гостей на пиццу. А что делают, когда ждут гостей на пиццу? Зажигают печку. Этим и занимается этот уже не молодой, но человек, но тоже человек. Все заготовила, почистила, поблестила. Все. Ой, не знаю, что снимала. Но ветер опять пришел и все по-своему, по своим местам. Я вот сколько можно чистить. Anyway, здесь, наверное, больше ничего такого не надо делать, то есть из моих дел. Пойду домой и буду заготавливать, что будет на пицце. Грибы, перчики, мерчики, что под руку попадет, тот и на пиццу пойдет. Вот такие планы. И у нас очень хорошая погода, но ветер начинается и перестает. Начинается и перестает. Уставшая. Ну, внимание не обращайте. Наша команда. Старшины нету. Если смотрели предыдущие, это готовили сырная доска и сладкая доска. Что-то в этом роде. Очень красочная получилась, такая летняя. А в этой части нашей кухни скоро будет заготовка, что будет на пицце. Артичоки есть, машрумы, томаты, может быть. Эти молодые, маленькие, маринованные. Увидели, да, мой маникюр? Не получается. Перчики, мерчики, это не надо. Ананас тоже порежу детям. То есть сыну понравилось. Сказал, даже очень вкусно с пепперони. Вот этого не будет. Это любовь моя просто положила. Пусть будет. Что еще? Моцарелла. Наверное, еще добавим. Пармиджано. Пока никакую еду туда не понесла, потому что боюсь ветра и муравьев. Сегодня муравьи напали на меня. Еле избавилась. Прямо армия муравьев по всему подиуму там у нас. Ну, поднимаетесь вверх к печке. Я такое не видела. Прям страшно стало. Потом почувствовала, ну, чистила там, шлангом проходилась туда-сюда. И чувствую, что прямо что-то, ну, не то, что не чешется, а что-то как будто ходиктал, не знаю, как это слово, но знала. Ох, не помню. Anyway. И вижу, на меня комары поднимаются. Стала паниковать, кричать, помощь звать соседей. И решила взять и отравить. А что делать? Прямо такого не было. Должна была заснять, а то не верите, кажется. Даже комаров отравляете. Они звери, не комары, прямо кусаются. И очень испугалась за своих гостей. Гостей, если скушают, что нам потом делать? Не хотите. А, это правда. О, как хорошо нашла перчик. Тоже очень вкусно. Перчик с испеченный красный перец с артичоком на пицце. Очень вкусно. Итак, пошел процесс заготовки. Грибы мелко-мелко, то есть тонко-тонко, мелко-мелко режу. По возможности. Вот так размельчаю-измельчаю. Это будет. Думаю, хватит. Почему-то всегда лишнее остается. Потом так жалко. Ну, уже нарезанные грибы. Не всегда получается что-то приготовить. 20 перчики. Очень вкусно с перцами. С луком вкусно. Ведь дусирмес сохов, че? Я.
Маленькие такие ломтики, очень нежные ломтики лука очень хорошо подходят к пицце. Конечно, не все это любят, но уверена, гости любят. Они нормальные, они все нормально кушают, не то что некоторые. Почти заканчиваю. Написала, уже вышли, говорит. Все по плану, все успела. Очень сильно сомневалась, успею или нет. Разные дела были еще к тому же. Нам повезло. Томаты с этим, пусть как вегетабл будет. Руккола тоже очень вкусно. Рыба есть красная. Может быть, один с рыбой сделаю, но сейчас не хочу рыбу доставать из холодильника. Ой, эти перчики. Такие милые, такие вкусные на пицце. Сами по себе ужасные. Ну, с сыром, со всеми этими вкусностями тоже. Надо было одну большую доску взять и там все разложить. Но места даже нету. Там места нету. Тут вид как будто, смотрите какой. Где купили? Жарнеского купили. Как будто заморозили. А, такой не видела. Странный лук. Как будто ли упал, ударился во что-то. Головой. Okay. Переживет. Здесь уже немножко не похолодело. Но лучше стало. Так жарко было сегодня. Арам, хочешь это совсем назад принесем? Тогда так делали, лучше смотрелось. Ну, удобнее, ближе к нам. Так сделаем. Так лучше. Сначала лепешку одну сделаю, Арам. Пока угощаются туда-сюда, время. Заберем. Дрова были какие-то влажные. Очень долгое время мучается этот человек, чтобы зажечь. Ну так тоже будет. Арам еще толстые, поэтому может быть. И влажные, и не сухие. Ах, ну уже началось процесс, пошел. Запах на месте. Арам, этот запах не позволит комарам приближаться. Я знаю, что говорю. Ох, как хорошо. Маленькую лепешку делаю. Сначала хлеб с сыром, товарищ Айн, потом сыр с хлебом. Если вино открывается, хлеб с сыром. Закуска сначала. Масадхарна же говорит. А смотри, был хуским бедзинна. Вазими бажак джурбе. Челав чега, мятели. Ари. Давай. Бумеранг. Ох, бумеранги, санам, о май гайд. Инкан, ахарубана, это бумеранги вере будет. Голова кружится. Все, я ее научила. Я тебя научила бумерангить. Да, все она меня научила. И жалею всю жизнь. А это вот никогда не... Это я виновата. У него тоже нервы трясутся. Терпение нам от ее бумеранга. Таинджан, I love you. А нам, Арамджан, терпение от них. Вот так. Okay. Спасибо за гостеприимство. Да. Пожалуйста, anytime. Правильно сказано. Она все бумерангила. Окей. Товарищ Шахин, пожалуйста, по традиции древней армянской гест. Осторожно. Жжет свои руки. Так как я твоя половинка, первая половинка, это мне идет.
смотри, это another традиция. Да, это наша традиция. Это херней. Самое такое. Это корин. Это хайка компания. Это армянский сыр, это тоже армянский. Это сигай линзи. Это сигай. Гайтак рума энель вонс. Сермера анелем, чтобы не сожжёгся. Дела бари егазэнк. Бари егазэнк. Ոտքներդ խերով եղազնին։ Ես մեր ոտքերը միշտ խերով ա ու կանաչ գունել կոշտ է, բակե բաշե խերով ա, օրգանիկ։ Երբը գատուվը նա բխտ։ Пузырьки такие. А, амарер. Тесто прелестное. Асумен, Эрнджан, им стамбокси рейкинга барсацав. Барсацав, или артен дуришь пиццан? Да, это необъясуемое, вот так. Իրանը որը կնա։ Իրանը սպիտակն է։ Իմը սպիտակն է նա, այդ իմը նա։ Իրանը գույնը կսացա։ Իրանը չուտ է։ Գույնավորները բլի կարստեր։ Գույնավորները։ Այս հացը ձեզ կարող եմ նվիրել, ես իրան։ Միշը խոտվի արտասանի։ Сейчас у нас кока на углях будет в ролях. И на каких углях? Харам, это огонь, это не уголь. Но мы сильные. Угу, молодец. Кофе от самого. Тонили кофе. Тонили кофе. Тонили кофе. У нас еще одна камера вумен есть, она все на... Да, все, давай, финансы. Давай, Аран, работайте, Аран. Наливайте, перестаньте. Это кисата есть, чем хамель? Есть, чем хамель, это мой. А есть, рыбный айс, айс, чем хамель, если смешите рыбный. Она чуть не протестует, уже говорит. Протестую. Я пол кофе не выпью. Какие замашки у нее, у мадам Фуфу. Ох, романтика на месте. Оверол. Готово, гостям очень понравился. Микадо немножко сладко. Слаще, чем обычно. Мне Микадо понравилось, и Гата понравилось. Видите, она не такая уж ужасная. Да. Я немножко люблю Гарине. Совсем чуточку терпим. Очень трудно. Мы с Гариной более 20 лет. И в эти 20 лет в нашу жизнь очень много людей пришли, ушли. Они остались. Они остались, и именно поэтому у нас такая сильная, крепкая и такая ужасная связь. И всегда страшная любовь. Страшная любовь. Она некоторые комментарии прочла, говорит, что эти люди говорят, мы друг друга как будто что делаем, грызем. Постоянно грызем, это не вопрос. Нет, но я просто хочу вам все сказать, что я обожаю Гарине, несмотря на ее скверный характер. Ужасный, да. И она обожает меня, несмотря на мой скверный характер. Так что мы очень любим друг друга и очень друг друга ценим. Она one of a kind, очень такая уникальная, как женщина. Женщины, знаете, очень такие с бортиками, с финтиками, клюшками. Она тоже с финтиклюшками. Но она хорошая. Ни грамма, как сказать, желчи, что там, ни грамма завистливости или
ничего плохого в ней не найдете. Это мое мнение. Я честно говорю. Я со многими в течение моей полувековой жизни с многими общалась. Все уходили, потому что у меня нервы очень тонкие. А с ней эти мои нервы... Она меня терпит. Терплю, да. У меня нервы каменные с ней. Но действительно, она совершенно другой мир. Спасибо. Пожалуйста. Я очень-очень давай тост за тебя выпьем, окей, так и быть. Главное, земля нормально. Форма одежды в Кенекарах, верно? Он костюм одел, хочет сфотографировать. Подожди, сначала Ирина Кенаца Хамуменг. Хамуменг, сначала за Карине. За вас. Спасибо. За ее чистоту, за такой, за ее человеческие качества. Очень уникальные. Я очень жалована. Поплачь немножко, пройдет. Я сейчас вина попью. И поплачем вместе. Расслабимся. За тебя. Спасибо. Терпеть тебя не могу. За доброту, за любовь и миру во всем мире, товарищи, друзья. За вас. О, видите, товарищи, друзья. Друзья-товарищи. Друзья, даже не знают, как сказать друзья-товарищи. Друзья-товарищи. За тебя. I love you. Окей? Okay. I love you too, darling. That's it. Конец фильма. Вот, моим кастомом. Наконец-то он в нормальной форме вида. Не в костюме, он одетый, не в рабочем состоянии. Наконец-то костюм одел человек, я говорю, конец фильма, он думает, все, закончили, его костюм не засняли. Май Шань, а пожалуйста, сними его полным ростом. Вы всегда его видите в рабочем виде. И человек наконец-то сорочку, пиджак одел, зеленые, бархатные, очень красивые туфли, вы просто не видите. Очень хорошо подходит к платью Карины. Это не платье, и вместо этого мы какой-то тост пьем за какую-то Карине. Кудрявую женщину. Окей, Шайнджан. Давайте выпьем за нас всех. За нашу дружбу. Нашу дружбу, конечно. Конечно, чтобы розы цвели. Между прочим, наша дружба началась с того, что Сулыбки. Я очень полюбила певицу Гарине. И когда она приехала сюда на гастроли, я пошла сама с ней познакомилась. И вот тогда подождите, это я расскажу. Я на сцене пою. И передо мной сидит женщина, которая прямо влюбленными глазами на меня смотрит. И вот такие, не знаю, выражения лица. И улыбается. Я в песне. Я должна грустно, так меланхолично что-то петь. Ее улыбка, ее это... Прямо чувствуешь, что она очень взволнована твоим выступлением и вообще... И вообще взволнованная была какая-то. И полконцерта пришли. Наполовину ну, нас, так вошли уже полконцерта. У нас тогда трое детей уже было, мы были очень заняты. У еле, нас еле двое успе... было, я еще пела на да, сцене. Да, мы еле-еле успели. Же. Ха. И, в общем, не после концерта познакомились. Нет, мы потом познакомились. Потом мне звонит кто-то с таким грубым, таким глубоким бархатным голосом. Алло, Ирина Борисовна. Это она. Я очень хочу с вами. И в общем, как она меня очень полюбила, мои песни, мое творчество. Да, я очень жалею, что она не поет больше. Я надеюсь, что она вернется на сцену. Ну, посмотрим. Да, надежда умирает последней. Да, и мечты иногда сбываются. Мечтать не вредно. Да, за тебя. За сладкие воспоминания. Да. Но она уже тогда решила, что у нас есть и трое, у нее должны быть трое и больше. Потом она родила третьего, четвертого, а потом еще пятого ребенка. Но мы на четвертом остановились. А, я так решила. Да. Тогда у вас трое, я тоже хочу трое. Ну, я так говорю. Я не помню, ты говоришь. Это она так говорит. А потом у меня уже... А он так думает. Ну, муж голова, а жена шея. Они а друг кто другу... хвост? Хвост? Вот это вопрос. Это а хвоста не хотим. А от хвоста мы удалились. Уволили хвосты. Значит, на видео, что вы пили Авазова, хехтеля есть.
Говорит, ну когда у женщины шея, ее душить легче. Ну если задушить шею, голова тоже погибает. Да, без шеи голова не голова, а какая-то круглая штука. Не хотите? Мы гуляем, кузен, гуляем. Да, ну костюмы, инчасы саржишь.